Во Владивостоке состоялась презентация новой книги Сергея Кондратенко. «Командировка на войну. Чечня. 1995» — это не просто книга. Это воспоминания очевидца, который видел чеченскую войну 90-х годов своими глазами. В книге рассказаны реальные истории о реальных приморских солдатах, морской пехоте. Многие из них не вернулись домой живыми. И здесь, во-первых, эпизоды боевые деятельности полка 165-го написаны, первое. Второе — это вот эпизоды, где я занимался обменом пленными, значит, сбором оружия, организацией переговоров. Ну, жизнь, быт, вообще то, что было в Чечне в это время. 25 лет назад, 11 декабря 1994 года, официально началась Чеченская война. Потом к этому условному названию пришлось добавить первое. Теперь это памятная дата. В этот день вспоминают всех жертв этой бесконечно долгой кровопролитной войны. И военных, и обычных граждан. Казалось бы, четверть века. Многое уже забылось и стерлось из памяти. Именно поэтому Сергей Кондратенко решил написать свою книгу. Чтобы не забывали. И часто говорят, что то, что там было, не для печати. Поэтому вышедшая книга – это уникальное событие. Надо знать историю своей страны, вот, и не повторять ошибок. Вот, во-первых, о том, что почему эта война произошла. Нет, говорят, даже сейчас говорят. Но зачем ты это написал, это написал? Да я все написал, что есть, что было. Чтобы было видно. Я хочу, вот, буду сейчас с молодыми офицерами встречаться, я им покажу, что, ребята, вот этот человек погиб, допустим, матрос, неоправданной потери, из-за разгильдяйства, что там говорить. Сергей Константинович Кондратенко, полковник в отставке, службе отдал больше 30 лет, уволен в запас с должности замкомандира дивизии, награжден орденами мужества за военные заслуги и другими. Во время войны в Чечне он вел дневник, он и помог написать книгу, воссоздав каждый день страшных событий. Вот эта книга у меня была только на командном пункте, я с собой нигде не возил ее. Я гарантировал, что мой дневник не попадет в руки тем, кому не положено. Поэтому, а мне он помог, конечно. Сейчас вот ребят спроси, когда что было. Они не помнят. А я открываю свой дневник, это написано, такого-то числа, такое-то событие, такая-то фамилия, такая-то местность. Чеченская война, как и любая другая, это страшное явление. Человеческие потери, семейные трагедии, инвалиды и разрушенные судьбы. За 25 лет война забрала жизни 181 приморца. Их имена также приведены в книге памяти. Это еще одно свидетельство о драме поколения. Книга памяти также является инициативой Сергея Кондратенко. Дмитрий Беломестнов, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.